Много чего я не снимал в последнее время, не было какого-то желания это делать, поэтому сейчас будет просто нарезка всех тех видео, то, что у меня накопилось. Приятного просмотра, друзья. Надеюсь, вам понравится. Кирилл пришел в гости и решил немного попеть караоке. Гродненский переход, смотрите. Сегодня я сходил на собеседование, и мне назначили первый день стажировки. Это будет во вторник на 12 часов. Пойду в зал Б на корону. Надеюсь, что меня возьмут, и я уже буду официально трудоустроен. И сегодня решил, что поеду съезжу домой. Завтра вечером приеду обратно. Пришел на вокзал и встретил еще кучу народу. Леру, Юлю. Мы приехали в мосты. Я не знаю, ли вам будет видно. Мы еще встретили Вовчика, тоже давно не виделись. Сегодня получился такой интересный день. Только приехал в мосты и сразу позвонил Мише и позвал еще сгонять ему в баню. Вот, собрался и поеду. Думаю, прыгнуть в снег, хотя снега немного, но поваляться хотя бы немного. И постараюсь, чтобы это все кто-нибудь заснял на камеру. Не уверен, что вообще что-нибудь будет из видео с бани, но постараюсь что-нибудь заснять. Иду сейчас к магазину Майстра. Там проходит какая-то выставка, как мне рассказала Лера. После этого пойдем еще сходим с Кириллом и Лерой на склад 90. На склад 95. Посвящаем Дмитрия в Колумбию, в компанию Колумбия. Все, можно? Идем. Стой. Так что здесь или не здесь? Виктория, вы приготовили верх? Ой, верх, где верх? Верх. Держи. Я не буду полчаса здесь. Печется. Ты не мольешься. Те XS. Никогда лифчик не можешь сказать. Нет, это просто расстегиваю, а никогда не. Посмотри, у меня куртку не надо. А ты можешь быть в куртке все-таки? А меня. Тема такая, иду сейчас в фитнес-клуб, потом иду в салоны красоты в 2 или 3. И потом захожу в агентство недвижимости. Хочу всем предложить свои услуги. А то, что я заебался работать в этой Колумбии, правда, поработал всего 3 дня, но это говно меня уже заебало. И заебало, что я все время без денег. Поэтому, если сегодня что-то получится, нахуй увольняюсь с Колумбии. Ну как увольняюсь? Я там все равно пока еще не трудоустроен. Просто ухожу оттуда. Все. Правда, я сегодня поспал, можно сказать, просто поленился встать, как гондон какой-то. Оделись, короче, в лучшую фирменную одежду в Колумбии. И поэтому мы отходим и продаем листовки. Тема такая. Денис потерял кошелек. У него там были документы, деньги. И поэтому мы сейчас поедем к Щучину искать, где он его потерял. Он там делал одну остановочку, когда с дома ехал.
Мы тут проверили всю квартиру, машины, около машины, ничего нигде нет. Еще завтра проверим камеры у подъезда, если вдруг он где-то потерял около него. И точно будем знать. Сейчас мы собираемся и поедем уже под Щучин. В общем, делаем последний осмотр кошелька в машине. Если нет, собираемся и едем. Короче, мы развернулись перед Щучиным. Сейчас проверяем все остановки, которые у нас на пути. И вот тут снова остановились. Короче, идем смотреть. Денис, он уже впереди. Пошел с фонариком искать, где он точно стал, потому что не знает сам, где он вообще стоял. Такая вот тема, блин, непонятная. Вот так проходят поиски. Че, мы нашли кошелек. Это пиздец. Я в это верил. Денис хуебаный в это верил. Я вообще не верю. Но мы все равно верим. Во что ты теперь, Денис, веришь? В чудо веришь? Он говорит, в чудо верит. Вот так, ребята, теперь мы едем домой. Вся эта тема с документами началась очень интересно, и Денис предложил поехать в магаз. Не сходить в наш, тут местный Европ, а поехать в Европ, который на Шухе находится. Ну, мы, короче, такие парни собрались ехать, и Денис не смог найти свои документы, точнее, кошелек. И у нас начались поиски, искали, и вот так мы решили поехать под Щучин, искать документы на обочине. И бинго, мы это сделали, мы нашли, потратили на это, правда, 2 часа, но... Батон мы все-таки купили, и поэтому... И документы сейчас... Да, все нашли, все, огонь, кошелек с лямом долларов. С лямом и с документами, блядь. Бывает. Это радость, блядь, пиздец. Да, Денис будет счастлив, как никогда. Познакомьтесь, это Лера, и она мне подогнала такую крутую штуку. Как это правильно называется? Комбинаторика. Комбинаторика это называется. Вот, большое спасибо Лере. Вот такая классная девчонка. Привет всем, с вами диджей Селебрим и Макс Корж, и мы представляем наш новый микс неба, который был записан на Master G Studio. Приятного вам прослушивания, слушайте его везде. День новый, утро новое в голове муз. Я не знаю, кто ты, я с тобой лежу. Я живой, это здорово, я думал умру. Кеды, шорты, я на зарядку бегу. Я бухал неделю так, что взорвался мозг. Расцарапана спина, на груди засос. Щетина перегар и головная боль. 2, 1, большая пробежка, разминка головы. Подышали, стопа за мной, суставы. Дель на турничок, перед собой. Выход на 2, ограничим одной. Снова пробежка по зеленым местам. 15 минут на скакалке в храме. Мышцы как камень, мышцы боль. Вместе с потом выходит алкоголь. Выходит алкоголь. Выходит алкоголь. Неделя без тусовок, 10 тысяч минут. Серьезным лицом люди по парку бегут. Сменил биг-тейсти на здоровую еду. Я спортивный ман, я спортом живу. Чтобы быть здоровым, нужно бегать по утрам. Придавать значение прессу, форму ногам. На руках турника, здоровенный мозгом. Чтобы быть здоровым, нужно бегать по утрам. Придавать значение прессу, форму ногам. На руках турника, здоровенный мозгом.